Всем привет, меня зовут Александр, и мы продолжаем играть в Магику. Снова дух Влада. Так, попадаем мы в шахты. Вот здесь, кстати, все такие глобальные умения не работают, такие как, к примеру, молния. То есть вот он. Гроза. То есть это все не срабатывает, и это логично, потому что мы находимся все-таки в помещении. Вот, поэтому, собственно, будем мы без всего этого счастья бегать. Так, ну-ка. Да, динамит все-таки взрывается, я правильно помню. Так, ну. Ой-ой-ой. Вот так вот там. Так, ну будем искать что-то такое, что нам будет несказанно помогать, как, допустим, вот это вот. Так, допустим. Ой, не то. Ой-ой-ой, это явно не то. Так, ну-ка слезь с меня. Так, ну, мне нужно какое-то такое заклинание, которое будет сильно дамажить и быстро кастоваться. Допустим, вот это я уже привык кастовать, да, оно большое, но в нем что неудобно, то что оно на области, оно далеко не бьет. Так, к примеру, АСФ, хотя, стоп, а если... Так, а если... Да. Вот этим попробуем сейчас вдарить по ним. Так, так, стоп. Не надо вот так вот, ускоряемся. Так. Ну-ка попробуем. Ну да, просто камень добавил. А, хотя... Не хочет взрываться. Ну да. Воу! Так, ну лучше не по всем канает. Блин, я не то нажал. Так, и... Бежим! Бух! А, ага.
заморозили и убили. Так, что-то я вообще... О, так. Ну, бочонки взрываем на всякий случай. Сказал, взрываем на всякий случай. Оу. Ой-ой-ой. Мне надо было. Вот. Так вот. Понеслась. Хе-хей, точняк. Колдовской удар. Я забыл про него, что он пробивает броню. Прекрасно. Так как можно, к примеру, вот это кастануть. Так, здесь он посох. Посох пламени. Ага, это типа щит пламени, что ли, на себя? Ой, не то. Сопротивление к огню, аура иммунитета к огню. То есть, может, я не загораюсь и... Ну, посох-то хороший, не спорю. Но здоровье для меня лично приоритет пока что. Пока не нашел ничего лучше. К огню... Это, короче, полное сопротивление у меня. Ну хорошо, ладно, все равно я возьму этот посох, мне с ним привычнее. Так. Я лучше лишний раз это кастану. Нифига, там-то мощнее был. Да, там-то материи даже был щит. Ну да ладно. Так, что-то я вообще уже затормозил, задумался. Все. Взрываем бочки, так как красиво. Так. Разрушаем ворота. И вперед. Так, что у нас дальше? Ага. Нафиг. Запускаем генератор, включается свет. Вот, кстати, та самая обучалка и пригодилась, где мы запускали генератор электричеством. Благо, гоблины с пауками дерутся. Это мне несказанно помогает. Вау! Не! Я тебя сейчас зарубаю! Не, кстати, меч хороший, вот то, что он замораживает именно. Так, ну-ка стоять. А чтоб тебе! Воу! Вот здесь без этого не обойтись. Воу! Ладно, по ходу дела все-таки изобретать велосипед нет, слишком-то и удобно. Поэтому буду использовать то, что уже давно используем. Это вот такую магику. Ах, как она и по мне-то бьет. Так. Т-т-т-т-т-т. А, и... F. Так вот, заряжаем и ударяем. Почему на огонь, чтобы они еще горели, пока бегут до меня? Они-то до меня уж точно побегут.
А если не то? Хе-хей, классно. Ну, так тоже вполне неплохо. Хотя бомбочки не дамажат. Так, теперь... Ой-ой-ой. Так, теперь как эти бомбочки-то активировать мне? Да так, чтобы я не сам поп, сам не помер. Так. Е, Д, Ф, С, Д. Вот так вот там. Разминировали. Как воистину саперы. Так, F. Да будет свет, сказал электрик, и врезал провода. Так, запускаем. Классно. Вау. Классно, они друг другу подожгли. Так. И я до вас дойду. Завалило камнем. Так, хорошо, что нехорошо. Так. Что-то я с этим экспериментом магики вообще... Все забыл. Угу. Оу. Оу. Пдыщ. 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 И так, дальше мне надо, о, не то. Так, так, так. Есть там где генератор? Нет. Нет генератора. Ну как-то же свет там должен включаться. Даже интересно. Так, бежим вперед. Самое лучшее всего лечение это вот так же. Когда рядом противников нету, это самое лучшее лечение. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хо-хоу, классно. Эй, вывалился из гнезда. Это хорошо. Когда они вываливаются из гнезда, и мне не мешают. Так. Чё? Это как так? Нифига себе. О, а меч. Меч потерял. Хорошо. Благо у нас здесь запаски лежат. Ходи ты, дай меч возьму. Так, ладно. А, добили его. Молодцы, ребята. А я вас добью. Что я как-то тут вообще прям... Так, а здесь, походу, дела вообще света нету. Ага.
генератор запустил, который отдельно стоит, и там ничего не включилось. А, ну да, проводов туда не тянется. Че я пытался там осветить? Прекрасно. Потому что нам сейчас туда придется идти. Вау! Вау! А, блин. точняк. А, только... А, ну да. Да, я сейчас просто такое запустил. Да уйди ты отсюда. Сейчас щит нормально включить не могу. Так. Кстати, да. Без всяких заморочек могу так... Иди сюда. Аж два здоровых паука. Нифига себе, если бы мне с ним пришлось сражаться. Нет, иглы вообще ни о чем. В итоге он сдох от яда. Ну классно. Так. Сдохните все. Кстати, а какая разница, то что я их убиваю или не убиваю? Начну-то я все равно сначала. Потому что это будет контрольная точка. И бежим к ней, главное не упасть. Активация. Ну, а я, пожалуй, буду с вами прощаться. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.